Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я плету вторую сухарницу вот по этой форме. Как я и говорила, у меня основное плетение будет такое же, как на этой сухарнице. То есть я заострять внимание на нем не буду. А вот эта вставка будет другой. И именно ее я вам покажу. И в плетении донышка тоже немножечко по-другому разведу стойки. Плету второе донышко. Начало было точно так же, как вот у этой сухарницы. А сейчас решила добавить стоечки немножечко по-другому. Значит, вот эту я проплетаю. А вот здесь, вот в это место, просто подставляю вот так вот трубочки. Вот прям по этой линии просто подставляю. И вот так вот буду проплетать. Вот. Верхняя трубочка, они уже сейчас закрепятся. Потом будет второй ряд, третий, и они вообще будут очень хорошо держаться и никуда не выскочат. Следующую проплетаем. Также. Здесь опять подставляем. Итак, я подставлю во все места, где необходимы стоечки. Вот наша первая стоечка. Вот вторая. Начинаем со второй трубочки. Берем вторую трубочку и оборачиваем вокруг третьей стоечки. И оставляем. Теперь берем первую трубочку, выходящую из-под первой стойки. И на этой же самой стойке делаем точно такой же виток. То есть у нас получается на каждой стоечке по два виточка. Сделали ей виток, и потом ее же, эту же трубочку, мы ведем к следующей стойке. И делаем уже, получается, нижний виток. Обернули, оставили. Возвращаемся к предыдущей трубочке. Перекрещиваем. И делаем верхний виток. И ей же, этой же самой трубочкой, делаем нижний виток на следующей стоечке. Оставляем. Возвращаемся к предыдущей трубочке. Перекрещиваем. И делаем верхний виток на той же самой стоечке. То есть все время у нас трубочка сверху идет вниз, делаем виток так. Потом мы делаем перекрещивание и делаем верхний виток.
опять вниз, перекрещивание вверх. Значит, где мы наращиваем трубочку? Наращивание происходит вот в этом месте, когда нижняя трубочка идет наверх. Вот в этом месте мы трубочку должны обрезать вот эту вот. Сейчас посмотрим, хватит или нет следующей трубочки. Так, вниз. Вниз провели. Делаю виток. Так, думаю, до следующего витка нам должно хватить. Так, обернули. Оставили. Вернулись к предыдущей. Сделали виток. Так. И вот ей же сейчас будем оборачивать нижнюю стоечку. Как раз она у нас заканчивается. И вот в этом месте мы будем наращивать, потому что здесь она перекроется вот этой трубочкой. Вот здесь сейчас обрезаю. Так. Обрезаю. Так, беру следующую трубочку. Капаем клей. Так. И наращиваем. Так, наращивание серединки у нас, вот оно. Так, аккуратненько опускаем трубочку вниз, чтобы нам не выдернуть наращивание, да? Вот мы верхний виток сделали, опускаем вниз. Делаем виток. И оставляем. Возвращаемся к предыдущей трубочке. Перекрывается наше наращивание как раз. Делаем виток. Эта трубочка сейчас пойдет у нас вниз. Она у нас тоже заканчивается. Поэтому вот в этом месте я ее точно так же буду наращивать, потому что она перекроется уже вот этой трубочкой. Итак, идем до конца ряда. Вот я подошла к началу ряда. То есть везде у меня по 2 виточка. И здесь 2, и здесь 2. И я продолжаю дальше плести по спирали. То есть здесь какого-то перехода особого здесь нету. То есть вот у нас как бы нижний виток, верхний виток, да? У нас алгоритм такой. Мы сделали верхний виток и ведем трубочку как бы вниз к следующей стойке. Делаем как бы нижний виток. Нижний виток. Обернули. Потом у нас идет перекрещивание. И верхний виток. Верхний виток сделали. Ведем к следующей стоечке. Делаем нижний виток. Нижний виток сделали. Оставляем трубочку. Возвращаемся к предыдущей,
делаем перекрещивание и делаем верхний виток. Верхний виток сделали. Опять ведем трубочку вниз к следующей стоечке. Делаем нижний виток. И оставляем. Возвращаемся к предыдущей. Делаем перекрещивание. И делаем верхний виток. И опять вниз. И перед тем, как нам идти вниз, мы сделаем наращивание. И вот так плетем желаемую нам высоту. Вот я проплела 3 ряда. И этой высоты мне вполне будет достаточно. И сейчас, так же как вот на этой сухарнице, я буду переходить на веревочку из 3. Значит, как мы выходим из этого узора? Так, вот эта трубочка верхняя я сейчас сразу наращу, потому что она пойдет вот за эту стоечку у меня. Уже наращиваю за стойкой. Подрезаю вот так уже. Так. Наращиваем трубочку. Вот у нас две трубочки, да, верхняя и нижняя. Верхняя трубочка у нас идет за следующую стоечку. Вот так. А нижняя проходит перед той стоечкой, за которую мы завели трубочку, и заходит за следующую. И поскольку я буду плести дальше веревочкой из 3, мне нужно подставить 3-ю трубочку. Я ее подставлю вот за эту следующую стоечку. Таким образом, у меня первая стоечка сейчас перемещается. Вот это у меня будет первая стоечка. Сейчас я ее отмечу. Так. Отметил я стоечку себе. И продолжаю плести веревочкой из 3. Вот так вот. Дальше все сделаю так же, как на предыдущей сухарнице. Проплету сейчас ряд тройной веревочки светлыми трубочками. Потом двойную веревочку темными. Вот так же. И потом сделаю точно такие же ушки. Вот такая сухарница у меня получилась. Она у меня уже загрунтована, покрыта 2 раза лаком. Вот какой интересный узор получается с лицевой стороны. Посмотрим на изнаночную сторону. Здесь вот видите, как столбики вот такие вот получаются. Когда готовы 2, можно даже сравнить 2 узора. Казалось бы, накиды везде, там и здесь, да, а рисунок получается совершенно разный. Вот, ну на этом, наверное, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за внимание. До свидания.